чё, банк ВТБ. Это Серпухов, это у нас уже пошла вся историческая часть Серпухова. Да, все мы когда-то учились. Кстати, вы спросите, ездили ли я хоть раз на пазике? Вы представляете, я, видимо, тот счастливый человек, который, по-моему, ни разу на пазике не ездил. Слушайте, а мне этой ночью такие сны снились, это просто звездец. Снился, в частности, сон, что где-то вот такой старый округлый автобус ЛиАЗ еще в каком-то городе на ходу ездит с такой полкой сбоку от водителя, знаете, и с таким, как в интернете сказали, с бутылочным звуком работы двигателя. Что-то странно, мне как-то он показывает навигатор, что сейчас налево. Очень интересно. Почему? А, не-не-не, прямо. Ёкарный бабай. Вот-вот, сюда. Я вот узнаю этот храм. Сейчас по-любому где-нибудь мы здесь встанем. Ну, не где-нибудь, а на нашем холме. Господи, я так рискую, когда езжу вот с камерой, просто вы бы знали. О, 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 офигеть. И что это? Ёкарные листья. Все-таки я, видимо, не туда приехал. Или туда? А, туда. Подожди, туда. Вот он, холм. О, Запорожец. Я к этому холму с другой стороны подобрался, подбираюсь. Вон, женщины. Как говорит моя мама, иди понюхай сзади. С удовольствием бы, но кто нам позволит. Так, женщины. Вот мой холм. Опять женщины. Ага, вот. Вот сейчас мы сюда встанем. Наша стояночка. И тут мы уже будем кумекать с вами, друзья. Что нам и как дальше? Вот сюда с краешку встанем. Здесь обзор лучше. Так. Поскольку у меня с собой все мое имущество, а именно моя скрипка, лень было класть муляж. И что-то мне подсказывал, думаю, а вдруг мне скрипка моя пригодится в этот раз. Короче, взял основную скрипку, а бросать ее в машине я бы не хотел. Вон, хабей хотел. Так, ну что, все, встали.